на первый диаметр. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером. Берегите себя и окружающих пассажиров. Славянский бульвар. Пересадка на первый диаметр. Что? Чеснок. А, зачем чеснок? Леска. Не, ну серьезно, зачем? А, ну у меня не только канал есть, я туда транспорт выкладываю. Спасибо за чем-то.